Здорово, 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 ребят. Ну что, мы продолжаем проходить особняк Луиджи, ну точнее уже заканчиваем. По идее, там осталось до финала не очень-то далеко. Собрал я, значит, на это 5 частей, чтобы освободить Марио. И, соответственно, потом будем лупить Боузера. Ладно, погнали. Дальше продолжаем. Сориентироваться бы куда? Угу. Первый этаж, второй, третий. Крыша. Подожди, а подвал? Ну-ка. Вот, в подвале. Значит, топим в подвал. В подвале там как раз одна комнатка открылась. Макс Ланг, привет. Здорово, Макс. А, сегодня на часик попозже запустился, тоже это новогодняя суета. Что делать? Так, давай, здесь проходим. У нас там еще где-то Бу заныкался, по-моему, даже парочку. Макс Лорд, завтра тебя не будет? mr.tosti. Всем никай. Здорово, Тостер. Завтра нет, я думаю. Завтра готовка и все такое. Завтра, послезавтра, короче, посиделки и всех дел, как бы, будет не до стримов явно. 2 числа, наверное, стриманем. Я вот подумаю, или Dark Souls 3, или этот как, или 7 резик запускаем. Как-то так. Так, прежде чем сюда заходить, давай-ка мы глянем, может быть, там Бу вернулся на место. Так, тут где-то Бу еще тусуется. Он тут. Трехсотка. Жирненький попался. Давай, 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 давай. Главное не давать ему слинять. Все, он ускакал. Сейчас вот поколотим еще тут чуть-чуть. Тут у нас гранаты летают. Ну, жирных сложнее всего ловить. У них хп до хера, и они, короче, бегают туда-сюда по коридорам. Стоять, зорька. Так, ну одного заловил. По-моему, тут еще один есть. Well done, Луиджи, вся херня. Короче, 40 штук я уже поймал, еще десятка осталось. Все, по идее, тут его нет. Там я заметил, что комната со льдом, и надо бы... Да-да-да. Надо бы огнем зарядиться. Хотя, подожди, там, по-моему, и так есть огонь. Там, по-моему, какая-то штука, да, вот тут огонь есть. Ну, как обычно, тут заносит, короче. Так, разжигаем костер. Так, и чё? Какой-то эскимос. А, горячо, очень горячо. Ты что-то там сделал очень горячо для меня, и как-то так. Твою мать, красотища какая. На любви. Звучка угарная была. На любви. Спасибо, Макс, спасибо большое за поддержку, обнял, приподнял. Да, оливье, кстати, я тоже буду готовить, и походу, блядь, начну даже сегодня ночью. Я точно не уверен, но оно надо будет. Как же Новый год без оливье? Это уже стандарт, походу. А вот. Ладно, спасибо еще раз, спасибо большое. Так, значит, он говорит, я иду готовить это хед. Я не знаю, как это переводится, короче, ладно. В общем, призрак нас пугает каким-то очередным затравочкой какой-то.
О, эта штука неплохо дамажит. Та-та-та. Так, и давай, ловим, ловим. Блин, опять замерз. Да твою мать. Главное стало болеть, а то чем закусывать. Я нарезочки тебе порежу. Так, у меня опять огонь кончился. Блин, да товарищ что-то сильно больно дамажит как-то. Еще меня заносит. Это усложняет задачу. Да, ёкалово. Ну как так-то? Давай, давай, давай. Сосульки мочат. Я еще сам. Ну окей. Уговорил. МР кочка. Хоть да что ж такое? Короче, вот эти вот волны из сосулек очень дохера у меня отсносят, я смотрю. Тихо. Но он теперь побыстрее топится. Давай, давай, давай. Короче, главное на сосульки не налетать. Но меня тут носит по всей комнате. Да, я походу труп. Давай, появляйся. Один из таких самых сложных призраков. Бля. Мне буквально пару ударов осталось. Появляйся. МР точка. А, ну и все. Я, короче, покойник, да? Все, хана мне. Нечем хилиться. Из комнаты выходишь, у призрака заново восстанавливается здоровье. Короче, надо со 100% туда идти и как-то выживать, короче. Так, ладно. Хотя бы где-то 5 хп надо надыбать. Хотя подожди. Должно быть там. Вот там. Куда я иду. Подвал. Я тут посмотрел. Третья часть прикольно выглядит, конечно, на свече. Но нужен как минимум в свече карта захват. Зачем они эти кучи положили? Вот нужны они тут 300 лет. Только время занимают. Сейчас еще потом к Боулдеру пойдем. Там вообще весело будет. Так там, так как обычно, это у Nintendo бывает, там Boulder на полэкрана. Так, окей. Пропускаем этот балдеж. Так, надо научиться, короче говоря, уворачиваться нормально от этой всей хрени. Очень медленно у него хп отнимается. Давай, давай, давай. Проблема еще в том, что тебя заносит постоянно. Бля. Я даже не вижу, что меня дамажит.
То ли сосульки, то ли этот мудак. НР.точка. Так началось. Хлопать и стрелять начали сегодня, поспать не дадут. Все, у тебя война начнется. Двое суток будет долбить. А то и больше. Числа до 10-го. Так, подожди-ка, ну-ка, двадцатник у него остался. Уже? Да, ну почти. Сейчас мы его сделаем. Хорош. Да, непростой дядька был. Так-то. Тут еще и бут тусуется. Ну хотя бы это как его, хотя бы меня не дамажат эти ребята. Ну, которые сосульки. Новогодние. Вот это вот замечательная механика, когда ты вот останавливаешься и еще катишься. Стандартная херня Nintendo. Я куда-то за экран там во время заставки уехал нахер. А, сейчас на самый верх. На самый верх последняя комната. Давай Бу. Бу вычислим. Где-то он тут, по-моему. Нет. Да, он тут. Нет, слушай, это подстава. Это не Бу. Иди сюда. Шарик. Шарик. Оп. До свидания. Где он? Вот тут. Где-то в коробках. 150. Булдер дэш какой-то. Все, и удрал он. Но он в коридор. Он там тусит. Зашибись. Вообще дома дамажить себе не дает. Ну, пока я сейчас эти кучи сплитошу, он просто свалит. Понятно. Даже можно их было не раздувать. Ну давай, иди, бля. Вот падла какая. Сейчас мы его тут неделю будем полицейский по этим. По углам. Он в другую комнату слинял. Да стой ты, ну попади, попади в дверь. Усатый таракан. Да-да-да, до свидания. Ну быстрей. Во. Он тут. Быстрее, быстрее, быстрее. Он опять слинял. Он падла. Последний, короче, вообще что-то какая-то проблема ловить. Я не знаю, то ли он в потолок улетел. Он не тут. Походу он где-то наверху. Давай еще раз вернемся. Вряд ли, конечно, он там. Да, его тут точно нет. Еще сейчас комнату зайду, проверю, но нет, если придется его наверху где-то пасти. Конечно, всех Бу собрать, по-моему, не такая уже важная задача, но почему бы нет? Десяточка осталась. Я думаю, чижик там еще с пылесосим до конца игры. Хотя с такой скоростью, как они тут ловятся, конечно. Ништяк. Так, а вот гриба мне не надо. Тихо, мне не нужен гриб. Все, он улетел. Нормально. Но обещал вернуться. Кстати, возможно, он еще вот в этой комнате. Да, он тут. Бочка. Да, в какой-то из бочек. Верхняя. Да где это падла круглая? Где-то тут? Вот. Бля, это еще другой. Ну, стоять. Падла. Он слинял, короче, в тот коридор.
нахрена тут эти кучи? Зачем? Надо стараться, короче, по минимуму их пылесосить. Иди сюда, урод. А это какой? По-моему, он тоже наверх слинял. Нет, он тут. Давай, 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 давай. Он в соседнюю комнату слинял. Во беда. Ну, бля, вообще, в принципе, что-то снял у него понты какие-то. Там что-то буквально пару хп, и он опять слинял. Ну, хотя мне далеко. Давай, 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 давай. Обратно. Да стойте. Пока, короче, по анимации он развернется, пока его занесет на льду, этот бул уже обратно слинял. Тут хотя бы комната не скользкая, спасибо и на том. Давай, 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 давай. Готово. Так, ну, я хотя бы одного заловил. Не знаю, где-то еще, по-моему, три должно быть. В этом районе. Или два, или три. Они куда-то оба в потолок туда слиняли. Пойдем наверх. Сейчас все равно, в принципе, на какой там, на четвертый этаж где-то. Сейчас идем, короче говоря, к художнику. И там будут рефайты. Всех призраков надо будет по очереди заловить, которые вообще в игре были. Так, еще один. Кто из них? По-любому в бочках. Они только тут и тусуются. Угу. Это вот беглец. Стоять. Так, значит, еще один или два у нас наверху где-то будут. Окей. Примерно в каких-то комнатах ближайших. Вот, где-то вот тут, возможно. Нет. Значит, вот в этой. Нет. Ладно, я думаю, найдется проказник комаров. Пошли, короче, наверх. Надо вспомнить еще, как туда добраться. А у нас вот тут еще, кстати, комнатки. Давай вот здесь их посмотрим. Нету. Чуть-чуть бы Луиджи скорости не помешало. Типа ускорение хотя бы немножко ему придать, пинковой тяги. Нет, нигде их тут нету. Ну и ладно, пес с ним. Еще 8 штук надо заловить. Ну, по дороге есть еще комнаты, которые... которых могут потенциально не тусить. Они, по идее, тоже же могут перемещаться еще. Давай, тут заглянем. Нет. Тут? Тоже нет. Ну, хорошо, что, в принципе, замок небольшой, запоминается сразу же.
наверное, оба единственные два замка, которые я знаю, блин, чуть ли не как эти, не как свои пять пальцев. Это замок первого резика и вот этот. Остальные как-то не очень. Где сейчас бы ключик не мешало вообще? Погнали на выше. Туда, в мансарду. Здесь можно заглянуть. Никого. Давай дальше. Комната какая у меня открыта? Ага. Да, надо по прямой, короче, двигать. Ой. Вот эти две комнаты я еще не смотрел. Ну тут вообще странная фигня, тут постоянно эта штука мигает. Я, конечно, попробую дунуть в люстру. Нет. Даман 72. Привет, друг, лайк лови. Здорово, Даман. Спасибо, наступающим. Всех, как говорится, благ тебе и успехов. Даман 72. Это консоль, я? А, да, это... Подожди, где-то бур ржет. Это с Nintendo GameCube игрушка. Вот он где-то ржет. Но тут, по идее, предмета можно шевелить только три штуки. Даман 72. И тебе все самого наилучшего. Спасибо. Так, ладно, погнали наверх тогда. Причем, кстати, вот странно, эта серия игр выходила на GameCube, первая часть. Вторая часть выходила на Nintendo 3DS, по-моему. Или два... Нет, да, на Nintendo 3DS. А третья часть выходила на Switch аж. Как-то они вот... Как-то странно выпускали их. Хотя, по идее, у них с правами не должно каких-то проблем быть. Может быть, подзабили немножко на эту серию? Не знаю. Так. Тут эти двери все заблочены. Ну, то есть, они дамажат. Давай сюда заходим. Вот у нас начинаются рефайты. Даман 72. У меня Nintendo только первая была в 90-е. Ты про... Дэнди, что ли? Или про Супер Нинтендо? Ты, говорит, какая-то там глупая свинья. Что-то ты, говорит, испортил все мои картины. Или пытаешься испортить все мои картины. Что-то такое. Ну, сразу троих. Давай, давай, давай. А, Супер Нинтендо. А у меня, прикинь, даже Супер Нинтендо не было. У меня вообще в детстве была только Дэнди, потом Сега, а потом я, короче, себе уже в подростковом возрасте на слабенький ПК заработал. Потом уже спустя годы там я себе сначала коробок с 360 купил, потом плойку четвертую, потом вторую, потом третью. И вот как-то так. Даман 72. Норм тоже. Не, ну на Дэнди, на Дэнди мы, блядь, все залипали. Просто сутками, я не знаю. Блоки плавили. И... У меня всегда с блоками проблем вот не было. У меня всегда геймпады летели просто в труху. У меня крестовина постоянно ломалась. Кнопка вперед, короче. Я их там клеил, блин, саморезы вкручивал. Что только не делал. А, еще пищу. У меня этот, как его, была понг-консоль. Даман 72. У меня Спектрум был, но я мелкий был потом дяди. Не, я Спектрум я только в детстве издалека видел, короче. Чувак у нас во дворе тусил, и он такой, типа, пойдемте поиграем. Даман 72. Консоль. У меня кнопка Б заедала. Пойдемте в консоль поиграем, а мы малые, как бы не шарим ни хера. Вот, и он, короче, включил этот Спектрум, но там же нужно было ждать, наверное, минут 30, блядь, пока эта вся херня загрузится. Вот, мы смотрим, короче, не включается ничего. Он, ну и все, короче, его за пиздобола приняли просто, да и все.
Atari я вообще тоже даже в глаза не видел. Макс Лонг, у меня на Atari джойстики умирали. Atari, наверное, заебатая штука. По крайней мере, вот этот, да, именно джойстик, который был. Такой чик-чик-чик с одной кнопкой. Там же у Atari такие, по-моему, контроллеры были. Вот Pong консоль у меня была, это вообще труба, вот эта русская, блин, там, где две палочки летают, и надо теннис там, короче, отбивать шарик этот квадратный. Квадратный шарик, блядь, пиздец, простите за тавтологию. Жопа, конечно. Во всякую херню лобали. Черно-белая, блин, потом глаза, блядь, устают, пиздец, от этой штуки всей. Но в Денди я в основном играл на общедомовом, скажем так, телевизоре. Денди в основном игралась у меня на цветном телеке. На Денди вроде норм. Макс Лонг. На Денди вроде норм было, а на Sega Mega Drive постоянно были проблемы с приемом картриджей. Не распознавал их. Command 72. Да это жесть. Кассеты левые плохо шли, я на Саме заводил сначала, потом на шарпе двухкассетном. Да, двухкассетные мафоны, Макс... эта тема была вообще. Да, как для авиасимуляторов. Да. Денди вроде норм были, постоянно были проблемы с приемом картриджа. А у меня этот был мегакей, короче, такой, с переключателем. То есть сначала картридж туда вбахиваешь, потом на этом переключателе начинаешь юзать, короче, и потом он воспринимает при каком-то определенном положении. Ну там NTSC, по-моему, вот это вот PAL, там, блядь, вот эти проблемы были. Но еще у меня было два ключика таких, ну, два тумблера, ну, выключатели, короче говоря, самой, на самой Sega, короче. То есть и то, и другое, как бы, вообще, как картриджи шли без проблем все. Ну, естественно, вот с этим вот бубном пришлось выплясывать, но все равно все работало, как бы. Все, что продавалось. 72. У меня Денди блатная была из Германии под Сегу с крутым автоматом и контроллеры сеговские. А у меня тоже, короче, у меня называлась она, по-моему, что-то галактический Рейнджер 5, по-моему, что-то такое, Денди у меня. Она тоже была под Сегу сделана. Гаман 72. Шея называется. А у меня называлась галактический Рейнджер 5, по-моему, так. Она под Сегу, да, была, Дендак сделан, короче, и джойстики тоже были. И получается, у тебя просто кнопки... Турбо-кнопки, короче, дублировались дважды. Вот, и поэтому, как бы, было 6 кнопок, но толку-то от следующих двух было никакого. Я родаков про Сегу сначала просил, а они, естественно, ну, там уже Сега была популярна, а они пошли, типа, купили, ну, типа, один хуй, она так же выглядит, они же не шарят нихера. Раз так же выглядит, значит, и блядь, и тебе тоже пойдет. Просто дешевле консоль. Мы нашли, короче, вот, подешевле вариант, поэтому, на, пользуйся, блядь. Я говорю, спасибо, нахуй. Я Сегу у вас просил, а вы мне Денди поперли. Помню, как то крестовина сломалась на джойстике на Сёге, и получилось отверстие дек, я туда дюпель забил в МК-3, играть было очень больно. Пацаны, короче, брали, блядь, ну, потому что, ну, от этого, от забитого, ну, не дюпель только, наверное, все-таки ты саморез тогда вкручивал, потому что если бы туда дюпель захерачил, у тебя бы просто джойстик раскололся, нахуй, напополам. Вот, пацаны просто брали себе пальцы, обматывали, короче, этим, блядь, лейкопластырем, либо скотчем, либо изолентой. Ну, когда что-то из этого качалось, короче, пользовались рядом с, ну, похожими, короче, гаджетами, да. У кого лейкопластырь уже заканчивался, клеили на пальцы, короче, синюю изоленту, и нормас. MR.тостер. Дюбель, но не сильно. Ну, ты же понимаешь, что дюбель — это просто гвоздь гладкий, а саморез надо вкручивать, дюбель у тебя держаться не будет. Дюбеля забивают строительным пистолетом. MR.тостер. Он ровненько туда вошел. Ну, хуй знает. Может быть, но я вот постоянно от чуваков слышал, то, что они саморезы туда вхерачивали. Гаман 72. Я никогда не забуду запах блока, когда он перегревался. В комнате, да, частенько пластмассой у ребят фанило. MR.тостер. Лёша все держалось. Ну, смотри мне. Не путай, блядь, такие вещи. Это история, нахуй, это знать надо. Макс Лонг, в Эпике 3 игры по ларке раздали. Ништяк, после стрима зайду. Надо будет забрать. Я какие-то еще в Стиме тут покупал.
Хуй знает, я не помню. Там этой Ларки, по-моему, 9 частей, это тоже, блядь. Как Silent Hill и Resident вместе, нахуй. Там этой Ларки наклепали просто с первой плойки. Не знаю, по-моему, 9 частей я насчитывал. Ларки тоже до хера. Ну, не знаю, я ее взял, не факт, что буду лобать, не буду. Так просто, она что-то дешево стоила, там, рублей за 200 почти. 170, по-моему, за нее просили тут по скидону. Где-то в ноябре, в начале декабря какой-то такой вот у них загон был. Сначала раздавали всю серию этого Бэтмена, потом Ларку. Ну, они Ларку. У меня в Стиме есть, но забрат все же стоит. Да, почему бы нет? Халява надо забирать. Кстати, у нас в Эпике-то что, до какого числа будут раздаваться? До 5-го, да, по-моему? Команд 72. Я третью еще не прошел, так что надо брать. Третью ты имеешь в виду из конца трилогии? Ну, вот это вот последняя трилогия, которая там... Anniversary Edition, там что-то такое. Tomb Raider, что-то Shadow Legend, по-моему, нет. Я не помню даже, как они называются. Я, в принципе, я могу вот... Одной рукой на Библию, вторую, блин, на геймпад. Я в Ларку вообще, блядь, никогда не играл. 72. Да. Я понял. В Ларку я вообще не играл нихера. Так, буквально минут 20, наверное, бегал в какую-то часть. Я даже не помню, в какую. Скорее всего, на первой плойке, там, где у нее еще сиськи квадратные. Последний это закат. Даман 72. Они все крутые. Ларка, рассвет и закат. Макс Ланг. Есть просто Ларка, рассвет и закат. Ну, я так понимаю, то, что вот то же самое серия Uncharted, это все с Ларки взято. По идее, в Ларке должно быть гораздо круче загадки, чем в Uncharted. Ну, Uncharted, я вот трилогию, четыре части, да, Uncharted я прошел. Покупал еще на четвертую плойку. Ну, неплохо, неплохо, молодцы. Правда, по-моему, вторая или третья мне показалась сильно затянутая. А четвертая, короче, меня бесило то, что там как сделан левел дизайн. Там что-то вообще труба. Все похоже, одинаковое. Ты лазишь просто вот так кругами по одной локации, бегаешь, а хер знает куда зацепиться. Макс Ланг. Ну, это да про четвертую. Я Ларку проходил, но без пещер. Команд 72. Ладненько, я поплыл. Еще раз всех с наступающим. Да, и тебя. И тебя тоже с наступающим. Много не пей. Хотя, главное закусывай. Тех благ. Затянутая вторая, Максимум. Говоришь? Затянута вторая. Я вот точно не помню. Я вот как-то, знаешь, сел, короче, сначала прошел первую, потом вообще до нее не докасался, по-моему, месяца 2-3. Если даже не больше, может, даже и полгода. А потом, короче, прошел Максимум. Вторую и третью. Наступающим. Потом прошел вторую и третью, короче, и все, и... Ну, такой, ну, окей, закончилась трилогия. Надо бы четвертую, думаю, взять. Как раз... Она тогда по скидону продавалась. Ну дай, думаю, бахнем. Бахнем и четвертую. Четвертую прошел. Ну, в принципе, четвертый, как бы, там этот, как его, там сюжет сделан неплохо, но вот, блин, левел дизайн там мне вообще что-то реально раздражал. Я уже ждал, когда она закончится. Вот это вот, когда по зеленухе ты всякой бегаешь. Так, ладно, погнали дальше. Рефайтики. Так, а этот не дает ударить. Надо их как-то стопом ловить. Либо одного оттягивать от двух других. Бля, сейчас от призрака убегал, думал, ёбаный урод, почему перекат не работает, как в ДСке. Я говорю о том, что соузлайки прочно заседают в сознании. Так, следующий. Кричит заведующий. Это у нас ребята, которые по площади, да, лупят. Ну-ка, давай. Да.
Вот в этом проблема будет с ними. В принципе, можно немножко хитрить в плане том, то что одного специального убирать, а второго ловить. Но только это надо придрочиться. Они, блядь, исчезают все сразу же. Я тупо времени нет. Сейчас была бы возможность мелкого поймать, ну, которого там меньше всего хп оставалось. Ну, почти. Ну, такое себе. Ну, в принципе, хорошо то, что нет призраков со стихийными этими приблудами. Ну, полтос они, короче, у меня сшибли. Ну-ка, давай, иди-ка сюда. Если остальных аккуратненько проходить, то будет ништяк. Так, давай, хп-ки собираем. Угу. Пока заставка шла, у меня два сердца. Одно сердце исчезло. Надо как-то по-редкому поворачиваться к ним. Блять, он заловил меня. Да, отвали ты нафиг. Странно они себя ведут. Бля, никого, а? Почти. Но у них жизни мало. Главное не попасться. На корешей. Фига. Нормас. Перед Болзером надо будет сгонять и похилиться, ну и сохраниться. Ну давай ты попадайся, где он? Сколько у нас еще? Три призрака осталось. Ну блин, вот с масками, короче, мудовый сам. И просто долго мочить. Так они вроде не очень сложные. Там главное корочку содрать. О, двоих сразу. Ништяк. А, поворот. Нормаш. Собираем. Давай, давай, давай. Блин, последнее сердце не запылесосил. Оно исчезло. Ну, слушай, с этими призраками как-то быстро вообще. Да, они в других комнатах попадали, геморройно было вообще их заловить. Бля, сейчас сердце опять исчезнет. Сраные заставочки. Вот этих ребят было бы к тему вообще всю толпу запылесосить. Так, а давай мы вот так вот сделаем. Нет. Как-то под углом их надо заловить. Во, стой. Бля. Почти. Я еще и на банане подскользнулся. Юмористы. Так, иди. Нет. Тоже нет. О, хотя бы одного. Они как бы жирные, но... Ну, нормально. Несложно их лупить. Сейчас мы тут беспредел это уберем. Давай, вылезайте. Тоже нет. И осталось у нас, короче, потолочный останутся. И потом этот мужик, художник. Ну,
Блин, ну почти. Не совсем понятно, как это работает. Почему ты иногда светишь, попадаешь в захват, ну, в смысле, в насос. А иногда они просто исчезают, и все. Может, надо подождать, типа. Так-то поздно уже с механиками игры разбираться в конце. Ладно, как-нибудь да пройдем. О, ну, я думаю, сейчас я бы его смог заловить. Надо немножко подождать, я думаю, чтобы он прикормился, так сказать. Нет, тут тоже надо вовремя это сделать. Они быстро исчезают потом. Пацаны с масками быстро прошлись, а эти что-то... Я думал, на масках долго задержусь. Да ё-моё, ну что ж такое-то? И слиняли. Давай хоть кого-нибудь-то. Они просто исчезают, и все. О, наконец-то, хоть одного. Шесть хп у него осталось, ну. А тот был слева, готов был пойматься. Лопаются и все, ты смотри-ка. Чё за дела? Давай свет вырублю. Поздно. О, неужели? Хоть одного. Ну давай, блин. Вообще меня сердце интересует. О. Я хоть отхилился маленько. Давай, появляйся где-нибудь такой. Во, блин, ну почти. Иногда они сразу лопаются, а иногда он задерживается на какую-то секунду, и его сразу же надо затягивать. Нет. Почти уже, но падла. Чё за дела? Почему он исчезает постоянно? О, неужели? Давай, держи. Армаз. Последний остался, троиц. Так, эти ребята у нас с потолка. Ну,
У них, по-моему, хп вообще мало. Там главное отцветануть вовремя. Тоже маленько случайно ловится. Просто ты немножко луч на них наводишь, и все, они тут же исчезают. Как-то надо вот прям момент этот поймать. По-моему, явно не надо на них светить, пока он... Нет, рано. Не то. Не вовремя. Какую-то надо секунду прям поймать. Просто секунду. Стой, а может быть, когда он в ладоши хлопать начинает? Нет, рано. Так, кидает. Во, нет. Вот в коридорах они всегда тоже случайно просто попадались. Вот, одного, блин, почти. Бля, ну второго тоже получилось. О! Один есть, да? Сколько их сейчас появляется? Двое. Да, значит, одного я затянул уже. Ну, так тоже, чисто случайно. Странный тоже вот этот момент. Какой именно? То ли когда они в ладоши хлопать начинают, то ли надо прям под ним находиться. Давай повыше луч. Нет. Походу прям под ним надо находиться. Давай, вылезай. Да, прямо под ним почти надо находиться. Примерно когда у него... Блин. Примерно под его плечом, короче. Да. Все, готово. Мои работы. Что-то там. В общем, я работал там, и все, ты все испортил, и ты козел, и вся фигня. Ты сейчас получишь по заслугам. Главное просто его не отпустить, и все. Че, он обратно появится? Давай похилимся.
так-то особо он мне ничего не наносит, как бы никакого дамага и так далее. Да, до свидания. Тут еще бут усовится. Ключик. Как раз ключ пики. Ну, пик. С изображением пик. Там, где у нас тусит Марио. Снова надо будет идти в этот, как его, в подвал. Триста опять. Бутик его зовут. И удрал в коридор. Ну, в принципе, если он будет туда-сюда бегать, то тут нормально его будет поймать. Потихонечку, но заловить реально. Главное, эту падлу к двери не пускать. Но он все равно уходит, как бы ты его не тянул к себе. Понятно, назад. Чтоб сомневался, ну в коридоре он тебе пару раз, может быть, позволяет снести ему парочку хп. Они еще и дамажат. Да чё, Марио? Сейчас мы его поймаем. Тут в перспективе неудобно смотреть, кстати. Он у тебя сзади или спереди находится. Давай, 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 давай. Ну хотя бы он никуда не сваливает. Носится чисто туда-сюда. Это более-менее. Ладно, как Юркой, Юркой. Давай, 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 давай. Все, готово. Это был 43-й. Еще типа 7, ребята, где-то надо надыбать. А так у нас, по идее, все, типа финальный босс сейчас. Ну и ладно, пойдем, короче, к боссу. К боссу так к боссу. Не знаю, где эти 7 штук еще искать. Они наверняка в тех комнатах, где обычно должны типа находиться, но... Не факт, что они, короче, там. MR.toaster. Господи, 30 декабря, а это сосед опять от дрель захнулся и начал сверлить. ПМПЦ. Ну да, у кого-то ремонт, это святое, короче. У меня вчера, по-моему, сосед сверлил что-то. Так, надо вспоминать вообще, куда идти-то. Да, нет, не сюда, но проверить наличие бу можно. Да нет, их никого, я не знаю, где эти 7 штук еще вычислить. Вот тут один тусит. В кафу. Да хер там, это шарик его. Где-то он еще. Он явно в этой комнате. Попадал у него 300 и 5 хп. Да, он тут где-то. Стоп. Ну, сотка еще куда ни шла. Коридор убрал. Мы их погоняем. Иди сюда. Готов.
Сука, сука. Марио! Наверное, вообще не запаривались, когда доктора Пугалкина озвучивали. Сука, сука. Он же так примерно там что-то болтает. Так, надо искать что? Путь, короче говоря, вниз. Это нам сюда. Я не знаю, где этих бу еще ловить тут. По идее, они должны типа вернуться были на старые места, но как часто они это делают, я не знаю. Ну, типа, где я их раньше находил, то там они должны быть. Хотя, по идее, 50 комнат в этом замке явно нет. То есть, получается, где-то какие-то двойные должны быть. Наверное. Нет, тут никого. Так, подвал. Да. Сейчас, короче, топать надо будет на крышу. Или меня так перенесут, я не знаю. Ну и там болда. В принципе, чтобы пробежать, не обязательно до конца кучи сносить. Не появились они тут. Ну и ладно. С этим звуком мерзким тут дверь открывается, кстати сказать. Давай, открывай это уже быстрее. Итак, король Бу. Стоит, пялит на Марио, как он страдает. Ну, делать тут больше нечего особо. А, что-то там моя картина Марио. Я могу смотреть на нее часами. Ту-ту-ту-тун. Это правда, что я говорю? Лучший арт, типа, ну, лучшая картина, типа того. Ну, приблизительно я только могу догадываться о смысле, как бы, зная некоторые слова. Путь помогу помочь Марио там, ну ладно, все, пропускаем, короче. В общем, как обычно, он горд с собой то, что он заловил Марио, Марио нужно спасти и так далее. Сюжет в этих играх всегда, в принципе, стандартный, надо кого-то спасти. У меня есть полтергейст 3000, и надо его засосать, так сказать. И, короче, король Бу прячется у нас в картину с Боузером. Боузер оживает и пытается нам навалять по щам. Босс далеко не простой, конечно, но я буду делать все возможное. Времени у нас до хрена. Если мне сотку хп не хватит, тогда все заново. У Бу там, по-моему, 500 хп. Но его еще надо из Болдера выковырять. Старт.
Ну, затягивай. А, почему-то он их не затягивает. Должен. Я должен затянуть пылесосом бомбу и долбануть ему в рыло. Плюс хвостом он еще меня дамажит. Еще надо успеть. О. Я вообще не вижу, поэтому все классно. Замечательнейшая перспектива, конечно. Нет, не то. Давай хоть жизнь подберем. Да, блядь, он прям на тебя, сука, скачет и все. Ну, притягивай. Причем высоту полета я не могу регулировать и бомбы. То есть, соответственно, нужно дождаться. Да, понятно. Нужно дождаться, пока он морду ко мне опустит вот так вот, и потом мочить. Я говорю, это рестарт. Они не могут меня загружать прямо рядышком где-нибудь, а? Там с самого начала, блин, пока добежишь до него, эту всю херню посмотришь, выслушаешь великие планы короля Бу. Я так понимаю, что кучи тут с песком специально, чтобы побесить тебя. Блять, отлично вообще. Ну это говно тоже тут неспроста вылетает прямо именно с этой двери. Марио. Все тут посчитано до миллиметра, чтоб подольше ты побесился. Но я-то могу скипнуть вообще? Нет. Максимум только быстро промотать диалог. Замечательно. Блять. Причем полет в астрал тоже не скипнет. Максимум, что можно скипнуть, это анимация открывания двери и пропустить диалог. Круто. Сейчас как насмотримся заставок на ночь. Вообще ничего не пропустить. Так, нет, не вариант. Не вариант сейчас бомбу брать. Короче, когда ты далеко от него отходишь, он начинает именно бомбой тебя швырять. А приземлится он прям, ну, почти на меня.
Блядь. Довольно-таки далековато они тебя дамажат. Не подойди. Ты только можешь аккуратненько подойти и затянуть пылесосом. Ну, давай, давай, давай. Ну, почему не тянется, блядь? Надо с камерой еще угадать, под каким углом ты эту херню затягиваешь. Готов? Первый. Ну это он еще тебя льдом поливает, отлично. Да ну я слишком мало его снес вообще. Надо как минимум за раз примерно по 150 шибать. Ну вот, первый, как говорится, первый блин кому. Это по-любому. Давай, затягивай. А, пизда, он меня сожрал еще. Ну, минус все хп. Пока вставал, короче. Давай подальше. Так хотя бы потренить, позакреплять, так сказать. Блядь, я не попал. Все, минус Луиджи. Давай заново. Вся херня, давайте нового. Луиджи поломался. Сука, опять всю эту херню слушать. Ну, я хотя бы один раз ему долбанул. И то радует. Сколько это мне по... Не очень заметил, сколько я смог нанести урона. Где-то примерно 50, по-моему, я снес. Надо больше. Надо больше по-любому. Надо примерно так, чтобы за раз стрибать как минимум сотку, то и больше. Желательно под 150. Но, смотрим, чтобы и в эту падлу, короче, пылесосом поливать. Надо еще смотреть, когда в тебя летит еще лед. Еще ото льда уходить. В общем, капхэт. Капхэт с хреновым ракурсом камеры. Снова Бу у нас рассказывает про наши, про его грандиозные планы. Ну че, я думаю, раза 10-го я притреню эту падлу. Быстрее. Давай, бомбы. Мне не получилось ее натянуть.
почти. Надо было дождаться. Немного подождать. И как раз вот в этот момент ему долбануть. Блять, ну... Почему он отпустил ее? Сука, он еще огнем добивает тебя. Ништяк вообще. С этого ракурса очень херово понять, насколько ты близко к этой бомбе стоишь. Вот, вроде хватит. Но я, по-моему, сам урона получил. Где-то 80-ку, да, я ему долбанул. Надо вообще это все делать без ошибок. Не то. Бля, ну камера, конечно, шикарная тут просто. Да хер, я не успею. Ну-ка. Вот так. Да. Долго. Долго ловил и долго потом собирался в нее швырнуть. Где? Как? В каком я ракурсе стою? Понятно. По идее я должен был попасть. Но... Тут болдер на пол экрана. Он все спиной загородил. Где у него башка, естественно, не видно. Ну затягивай. Блять. Явно не варик. Значит, опять себе. Да, понятно. Несите нового. Вся проблема в ракурсах. Ты стоишь вроде, затягиваешь эту бомбу, но дуешь просто реально мимо нее. То же самое и с нацеливаниями ему в башку работает. Ты вроде как целишься в него, но нет, ты чаще промажешь. Тут надо просто пылесосить, как Иисус. Было бы здорово, правда, если бы была бы возможность это все говно скипывать просто. Чтобы тратить свои попытки на... Конкретно на дело, короче. Не вот это вот все. А не вот это вот все. Давай. Да.
Ладно, с какого трая вы, ребят, все это говно высматриваем? Примерно расстояние чуть больше двух колонн он начинает швырять. Так, бам, готово. Теперь надо в этого бу, блядь, нацелиться. Да иди-ка сюда. Но я не успел. Я долго целился, ловил, короче, по перспективе, чтобы, блин, мне видно было, где он. Так, отходим. Ждем атаку. Готово. Не, ну нормально, дамажил что-то. Вот так вот примерно встать, да? Берем примерно среднее. Нет. Эти гранаты вообще не подойдут. Я перспективу тогда не увижу. Ну, точнее, на перспективу я не увижу, где он будет находиться. Мне нужно, чтобы он стоял только посередине. Ну, тоже такое себе. Пускай еще швыряет. Понятно. Он ко мне прыгает. Ну так, я думаю, самое оптимальное. Да, и причем сразу можно швырять в нее. Ну, неплохо, неплохо. Есть все шансы. Давай, швыряй свои херни. Но я не успел. Нет, не вариант. Черт. Буквально чуть-чуть не успел отойти далеко. Ну, подальше, в смысле. Заебало, сиса. Ну, немного хп-шечки допылесосим. Опа. Ну-ка, давай с этого угла попробуем. Ну, бери. Блять, я не успел тут подотойти. Нормас. Блять, я горю. Но... Тихо. Ну лови его. Быстрее. Долго ловил его в камеру. Он тебе башку неправильно призандолил. Идиот. Давай-ка мы хапоки соберем. Не знаю, успею, нет. Я вообще черт знает где оказался. Знаете, явно я бомбу не успею подобрать. Понятно. Меняем ракурс камеры. Ну вот это вот. Быстрей, отходи. Готов. Блядь, я заморозился.
падла. Он там стоит, мне сердце не подобрать. По-моему, тороплюсь. Блядь, тем более. Не, вообще не вариант. Да, я еще дамага получил. Ну, попади хоть. Чуть-чуть. Ну давай на мужика, на тоненького еще. У меня стоит. Блять. Мне тупо по скорости от него не слинять. Сломался Марио. Несите, Луиджи, несите нового. А там ему осталось один раз долбануть. Вот падла. Марио! Хули Марио. Почти, почти. Вся еще, видишь, кривизна управления в том, то что у тебя инверсия идет вверх-вниз. Тебе надо вверх, нажимаешь вниз. Плюс еще у тебя искажение камеры идет. Отсюда вся сложность. Точно не попасть в него. Я думаю, был бы платформер, было бы вообще без проблем. Ну, в смысле, 2D-шный. Да-да-да-да-да-да. Окей. Что-то я не обратил внимания, сколько примерно он после взрыва у меня сносит. Где-то по 10, по 15 примерно. И почти в каждой колонии есть сердце, но не всегда их можно будет доставать. Ну давай быстрее. Ну, на таком расстоянии примерно он швыряет. Без дамага надо, короче говоря. Тихо. Блять, ну я... Эта камера классная, конечно. Давай еще. Понятно. Валим туда, в другую сторону. Ну ты не мог сюда куда-нибудь кинуть-то? Не, он, наверное, бомбы сюда не будет швырять. Хотя мне отходить, в принципе, некуда. Ну так чисто попробовать.
Почему? Нет, не вариант. Долго, долго. Блять, ну... Попробую еще раз. Нет, почему-то нет. Хотя должно было получиться. Примерно на середину сейчас сквозанет. Давай сразу бомбы. И колонны он что-то не рутит. Серьезно, где я был? Почему, блядь? Почему так? Да. Херовенький забег. То есть пока идет анимация, у тебя усатый тоже двигается. Неважно, где камера находится, у тебя он тоже в движении. Блядь, прям под ноги кинул мне, падла. Убери. Понятно. Я не знаю, какое, блядь, расстояние нужно, чтобы он и дамага не получил, и затянул эту бомбу себе. Далековато, да, стою? Блядь. Да не, явно не вариант. Ну. Граната, главное, не зацепсал меня в кино. Понятно. Сука, зеленая. Духота. Да, душит, падла, вообще душит. У тебя между атаками мало времени, во-первых. Надо сориентироваться так, чтобы на него, ну, и бомбу поймать, короче. Там какие-то вот миллиметры, я не знаю, просто. От нее до получения дамага. Плюс еще надо отойти, сориентироваться по-быстрому, чтобы в морду ему попасть. Мне бы сердец впрок бы набрать по карманам, чтобы потом их это доставать и апеллировать ими. Макс Лорн, да, хитбоксы кривые. Ну, больше кривизны камера вообще доставляет просто. Прям вообще проблема только с камерой. Возможно, из-за эмуля. Да нет, мне кажется, не из-за него. Hmm. 2001 год или второй. Она должна быть кривая по определению, блин. Ну, типа, вспомни резики какие-нибудь. Silent Hill, и там же тоже такая жопа была вечно с камерами. По-моему, они более-менее придрочились угол камеры настраивать, причем как-то все как-то разом, где-то в 2005-2007 году вот так вот. До этого все в основном как-то вот через жопу смотрелось. Макс, ты кто, да?
есть, знаешь, такое предположение, то что камеры раньше настраивались как для зрителей, но не как для играющего. Типа, когда ты смотришь, то окей, тебе все видно, все понятно и здорово. Но как игроку тебе не видно именно, как прыгать, если у тебя платформер. Ну, типа, помнишь, почему у нас червяк Джим 3D, по-моему, обосрался? Просто из-за кривые анимации во время платформинга. Не попал. Не попал, блядь, и он меня вкинул, сука. Я удрать не успел. Почему я не попал, я не знаю вообще. Блять, и он меня еще поджег. Ну охуенно, чё. Ебанутый босс. Нарываешься на одну атаку, он тебя дамажит по полной программе. Серьезно, я как колонну долбанул. Хотя, визуально, я просто стрелял ему сейчас в морду. Прям в пятак ему летело. А там еще сердце, блин. Разбил колонну. Но мне до него уже не добраться. Не все колонны сердцами, кстати. Давай, швыряйся, говно. То есть надо четко стрелять до анимации, когда он швыряет, ну, болевать начинает своим хуйней. Ну, это какие-то секунды. В принципе, расстояния хватит, чтобы он бомбами своими начал швырять, но... Вытягивай, ну, блять, я не вижу просто, что происходит. Хер знает, успею, нет? Да, успел. А, это только первый, да? Вот куда? Куда я стреляю? Я даже не вижу. Пидоры. Рано. Рано еще и не попал. Да, блядь. Пизда. Короче, 20-ку он так сносит, и еще 10. Понятно. 30 хп минус. Куда, блядь, стреляет? Хуй знает вообще. Ни таргета, ни хера нету. Ебить как хочешь. Да нет, даже нет смысла, блядь, пытаться. Я его не вижу. Вот так себе, более-менее обзор. Ну, хоть что-то видно. Пидорера. Ну, хоть напылиться совсем неплохо. Насосал, как верится. На меня-то хоть повернись, чучело. Понятно, он сейчас повернется. Ёб твою мать. Естественно, у меня же под всеми углами бомбы видно, где лежат. Понятно, валить надо. Ну,
Давай, 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 давай. Вот это мы, пожалуй, возьмем. И вот как-то нет, я даже не попал. Да иди ты нафиг. Тут же добивает вторым ударом, и все, тебе труба. То есть три раза он тебя может фактически схватить. Даже два почти. Да чего душный урод, а? Вака, вака, говорит. Марио. Ну, примерно, примерно половинку шип в этот раз. Бля, ну предыдущий прям вообще четенько бы закончил. У меня 6 было, блять, у него где-то десятка, надо было просто четко один раз долбануть. Но кто же знал то, что когда он тиховать начинает, он уже умеет бегать через все поле. Ну или почти через все. Вот опять же, нахуй они эту стенку сделали, чтобы я ничего не видел, как эту дверь открыть. Если к двери подходишь, тебе дамаг. Время охуительных историй. Еще раз попробую, если не выйдет, тогда перекурчик бахнем на 3 минуты. Потом меня что-то подбешивает начинает. Надо пойти поплакать в подушку. Высказать, так сказать, все, что я о нем думаю. Первая подача, в принципе, неплохо получается сразу же. Там главное нацелиться и как можно больше снести. Ну вот тут где ставим. Три шара. Раз, два, три. Затягиваем вот. Понятно. Я сам продинамил. Ого. Попал, надо же. Как-то так, да? А он еще углы, падла, меняет? Да, я не успел. Так, он где-то на середине. Давай его тут и подождем. Угу. Сам этот король Бу летает под разными углами. Я думаю, вот еще лучше не рисковать, да. Да, я бы его и задамажить бы не смог. Его надо всегда держать на другом конце поля. Примерно вот так. До шаров далеко. Они все в колонны повлезались. Не знаю, попробую листнуть, конечно. Но нет, не вариант. Аккуратненько. Аккуратненько, главное. Да, блядь, колонны. Ну, вот так вот, в принципе, неплохо видно. Ну, по крайней мере, более-менее. Насколько это неплохо, можно тут сказать. Серьезно, блядь.
Я слишком долго с бомбой назад отходил. Ничего так. Ну все, я его больше не поймаю. Давай его сюда вгоняем. Ну, можно еще, в принципе, попробовать. Ага, не получится. Он решил прыгнуть. Под таким ракурсом явно нехер рисковать его тут ловить. Ну вот этот я, пожалуй, возьму. Нет, не вариант. Подожди. Получится? Нет. Да, блядь! Поторопился. Давай, и перекат, и перекат. Щит используй, сука. Он даже сбоку меня, сука, затянул. Охуенно. Не знал. Не знал. У меня целых 10 хп осталось. Я думал, у меня совсем пиздец. Все, купи пизда. Ладно, давай, перекур. 3 минутки. Этот мне пидор бесит уже. Сейчас подойду.
Продолжаем. Марио! Марио! Начал причем замечать, ну, играя, ну, я немного игр Nintendo проходил. Вот таких вот из последних, типа на Wii, GameCube. Сначала они начинаются более-менее безобидно, как бы, вообще, в принципе, простенько. Но ближе к концу игры сложность просто взлетает нахрен до небес. То есть там такая идет, если, блин, сначала прямая-прямая-прямая, потом под последние уровни у тебя просто, ну, это если как шкала нарисовать, то просто вверх сразу же. И начинаешь, блин, на последних боссах просто сидеть 10 тысяч лет. Дальше отходим. Я не успею. Где-то еще третья граната была. Она, видимо, где-то там бахнула. Ништяк прилетело. Блядь, заморозил. Ну и как бы все. Пятнашка льдом снимается. Вряд ли. Ладно, хотя бы удрать успею. Блядь, серьезно? На каком расстоянии они тебя дамажат? Там расстояние было уже приличное, что за хрень? Понятно, он решил прыгнуть. Ну так еще куда ни шло. Хотя тоже не фонтан. Давай. Ты еще дальше-то не мог встать? Ну как мне его поймать за крышей? Такое себе. Он за крышу улетел, у меня просто пылесоса не хватает. Мощности маловато. Да, наверное, хер я отойду. Но почти рано, рано, рано ударил. Мог бы попасть.
и сам урон получил. Ну где он? Блять, я только заморозился. Хуй я его задамажил. Ну пиздец. Ты колонну не хочешь поломать? Нет, не вариант. Вот непонятно, он сзади меня приземлился или спереди. Хилов, короче, не предвидится, да, я так понимаю. Ну хоть посвободнее стало. Надо же, попал. Блять, ёбаная морозилка. Давай, давай, давай. Не, я не успею. Что там у него? Сотки 3, по-моему, осталось, да? Да ну. Он их расшвырял просто как попало. Отлично, я его только кулак вижу. Один. Замечательно. Где он находится, я вообще не упущу. Где-то там. И хилы он, сука, все придавил. Ну я сам себя задамажил. Еще и уменьшился, отлично. Грибов до этого не было. Пизда вообще. Серьезно, она же в меня летела. Ну 3 хп, что я тут сделаю? Если только он сейчас пару колонн сломает, то вообще не вариант. Да, понятно. Бегаем, то он по-мудански полностью вообще. Очень медленно. Ну. Понятно. Когда эта гнида улетает за крышу, я его поймать не могу. То есть еще надо решать, на каком расстоянии, короче, его лупить. Ой, ребят. Серьезно, только что куча была наполовину затянута, потом вжух, она стала опять полной и меня откинула назад. Чудеса. Ну, чё, где двери-то сраные?
Марио! Быстрее. Задолбало это слушать. Точнее видеть. Странно, вся игра шла в 50 FPS, но почему-то этот босс 30. В чем интересно? Блин, я не попал. В чем интересная фишка? Снес. Надо же. Я не вижу тебя. Ну давай хоть так. Еще где-то, да, 80-ку, по-моему, я у него подрезал. Ничего так, пюрешка. Иди сюда. Задний ход, наверное, может... Так, подожди. 300 осталось. Ну, уже поменьше. Задний фон, наверное, может плохо оптимизирован конец игры, делает же тебя пля быстрее сделать. Может быть, я не знаю почему. Вот сейчас я на паузе, игра стоит, у меня 50 FPS. Я не думаю, что такая просадка жесткая из-за здоровенного Боузера, который, блядь, двигается. Но, хотя, возможно. Будем не отрицать, так сказать. Сильные моменты. Так, столько КП валяется, а у меня соточка. Давай, урод. Не попал. Все, валим. Лучше перебдеть. Чара, немного ракурс сменится. Ну, примерно вот так хотя бы. Понятно. Снова валим. Ну, вот так, давай попробуем. Ебнуть его. Вот эту хочу. Хорош. Так, где он? Вот так. Да. Блять.
Давай, ну 70 осталось. У меня, сука, все шансы. Если он сейчас еще что-нибудь, какую-нибудь дичь творить не начнет. Типа вот такого вот забега по всей крыше. Надеюсь, не ваншотит это падла. А может, может. Это же Марио, типа, ну, Луиджи там. Тут возможно все. Нет, пизду, не буду рисковать. Ай-яй-яй. Пусть он себе прыгает куда угодно. Только проверенными методами лучше действовать. Готов. Вот не знаю, он спереди или сзади находится. Сучка, если не съебал. 40 осталось. Максимально лучше запутанно бежать, не по прямой явно. Давай свое говно. Понятно, он прыгать собрался. Надо валить вообще на другой конец. Активничает. Я вот себя не вижу. Я не знаю, куда я бегу. Бомб меньше, больше бегает. Знает пидорас то, что ему хана скоро. Ну, бери. Ну это на шару сейчас долбанул, блядь, и попался. Ну, перекаты, перекаты, сука, где Эстус? Давай, иди сюда, гнида. Тоби пизда. Давай, готово. Наконец-то. Сколько я с ним? Минут 40, да, наверное, посидел. Может, 30. Жопашник зеленый. Луиджи, короче, говорит, все ништяк. Полтергейст там ты поймал. Тот, кто короля Бу, который залез в Болзера. Ну, в общем, этот у нас, я так понимаю, что Пугалкин объясняет последние минуты игры. Ну и, соответственно, тебе, говорит, нужно вернуться в лабораторию, чтобы Марио извлечь из этой картины. И все будет ништяк. МР. Тостя. Да без Эстуса тяжко. И перекатов. Надо. Он когда тебя затягивает, на выплевывает обратно, надо, короче... Надо, короче, это, как сразу же перекат делать. Жрать Эстус. Еще один перекат. Значит, догоним. Так и сказал. Ну, примерно. Я говорю то, что в английском не особо, но примерно так. Смысл тот. Так, знаешь, видишь, как бы... Вижу слова... примерно связываю их по смыслу и типа вот что-то такое вот в целом вырисовывается. Это типа сложная работа, но ты типа сделал и так слишком много за сегодня, теперь я типа примусь, короче говоря, за свою работу, что-то такое. Что там про деньги? Конечно, я могу. А, это очень важно. Потом. Последний призрак. Ладно. Давай. Башка Болдера. А чё не целый? Кстати, он вообще по ролику, он Болдера не дотягивал в этот, в пылесос. Он только короля Бу затянул. Но из него забацали картинку.
Интересно, зачем я в те игру бабки собирал? Они тут вообще ни на что не влияют. Ну это из пойманных призраков он делает картины для Галилеи. Чтобы потом ходить и передергивать на каждую картинку твой старческий докторский писюнок. Че? Доллары, что-то донат. Пошел ты в жопу, короче. Двадцать два призрака. Да, ну, по-моему, я больше ловил это явно. Хотя хер его знает. Че? Файл один, арена. Да. Под музычку-то какой, да, его извлекает. Обратно. Чай его надует. Постирает. Усишки его. Пятку под носом почистит его. Чай, если он в трубе застрянет, придется болгаркой. Надо же, не застрял. Видимо, скользкий. Его, наверное, смазали просто. Мамма-мия, бамба-лабия. Хули ты ж прошу, ему больно было. Интересно, эта фича водопроводчиком под носом не брить. Вот и все. Вот такой вот кончик. Вот такие дела. Вот снова 50 FPS. Ну вот, в общем, такая вот игрушка. Ну, в принципе, она прикольная. Она прикольная своими механиками, но кривоватое управление. Оно отзывчивое, оно работает, но вот эта вот инверсия вверх-вниз, вот это вот говно, то, что ты не всегда можешь нормально нацелиться и понять, с какой стороны призрак у тебя перед тобой или за тобой находится. Это вот доставляет сложность, короче. Вот, я думаю, что и в других частях тоже самое, как бы. В этом, наверное, сложность. Если бы этой вот, наверное, сложности, если бы не было бы, то она бы еще быстрее проходилась, мне так кажется. А так прикольно тем, что у каждого призрака, типа, надо допереть, как его ловить. К тому же, не очень свойственно для Nintendo, в принципе, подобные вещи делать насчет призраков каких-нибудь, там, полтергейстов. Не знаю, там, чтобы скелеты там скакали. Хотя, в принципе, такие игры тоже есть там, где там Марио скакал, я помню то, что весь в лаве, там скелеты были разные в виде черепашек. MR.Toaster. Это не баг, а фича. Усы под носом, это не баг, это фича. Вот, а так, ну, прикольно то, что вот именно мне зашло то, что вот у каждого призрака есть определенная тактика. И мы должны ей придерживаться. Вот, ну и хорошо то, что она не длинная, в принципе, тоже. Не успеваешь от нее устать. Ну так, по фану чисто бегаешь, монетки всякие собираешь. Плюс еще боссы, опять же, есть. Сколько получается? 4 здоровенных босса. Где-то так. Профессор Еград. Агад. Егад. Ну, в общем, типа, он передернул на всю эту коллекцию, и она ему очень понравилась. И он решил переделать здание поместья под вот это вот убожество. Был здоровенный дом, который Луиджи принадлежал, потому что он его выиграл по сюжету.
А он взял, ему маленький дом сделал. Короче, Луиджи наебали просто. У меня ранг F. Можно поздравить. Это, блядь, это 2, короче. Ну, точнее, кол мне поставили, нахуй, за прохождение. Я не знаю, насколько круто надо ее проходить, чтобы ранг A получить. Ну, наверное, по спидрану я хуй знаю. Может, не подыхать вовсе. Либо там учитывается, сколько ты бу поймал и сколько бабок собрал, сколько раз дамаг получил, наверное. Может быть, даже учитывается, сколько ты раз хилы заюзал. Не знаю. Ну-ка, если вот это вот. Ага. И ты, я так понимаю, ты, короче, оказываешься в Hidden Mansion. И просто Mansion. Угу. И ты все заново. Погнал. А если выйти? Все, выйти не получится. Как-то так. Ну ладно, в принципе, тут особо уже в игре-то больше делать-то нечего. Такая вот коротенькая. За 3 стрима получается сколько? 2 стрима по 3,5. То есть 7 часов. И сейчас 2 часа натикало. Но я ебался с последним долго. То есть, короче говоря, за 9 часов игра проходится. Ну, стандартная, в принципе, игра времен PS2. 8-10 часов. Максимум 12. Обычно так вот. Вот такой продолжительностью игры они и делали. Как-то так. Моментами даже поржать можно. В плане том, то, что ты бегаешь пылесосом, вообще затягиваешь привидений. Такое, по-моему, еще не встречалось, по крайней мере, на моей памяти. Ну, это помесь, помесь Резидента, короче, Resident Evil серии первых трех частей. И этого Охотников за привидениями, New Ghostbusters, который на Денде. Прям вот один в один. Только второго игрока не хватает, который ловушку будет швырять. Ну, тут вместо ловушки фонарька, он же и пылесос. Кстати, как это работает, я так и не понял. Я думал, у него в одной руке фонарь, а в другой пылесоской. Но нет, я присмотрелся, оказывается, фонарь пылесосом и является. А во второй части, которая вышла на Nintendo 3DS, он этот, как его, у него там уже полтергейст 5000. Тут у него 3000 полтергейст. Или полтергаст, как-то они так этот пылесос называют. Тут у него 3000, там у него 5. MR.toaster. Теперь надо искать свечек протозахвата. Вот. А в третьей части у него там, по-моему, полтергейст 7000. Да, очень жаль, то, что вторая часть... Кстати, вторая часть единственная была, которая переведена... Тостер. Свич. Я понял. А вторая часть единственная, которая была переведена на русский язык, она выходила на Nintendo 3DS, как бы, я не знаю. Можно, конечно, попробовать запариться с эмулятором. Попробовать вторую часть пройти. Как бы, почему бы нет? Она только чуть-чуть подлиннее. Вот. Я тут несколько прохождений одного чела посмотрел. Тоже, в принципе, самое. Там единственное, чуть-чуть небольшие механики изменены. То есть у тебя там... Фонарь просто так светит, но ты еще должен немного удерживать кнопку. Ослепляешь сначала этого призрака, а потом уже его затягиваешь. А на этом, как он, на свече, там у тебя еще некоторые моменты добавляются в механику игры. А так, в принципе, они все более-менее похожи. В третьей, по-моему, там еще головоломок больше. То есть она уже ближе к головоломке, чем вот эта. Тут, в принципе, никаких головоломок нету, ты просто ищешь призраков и затягиваешь их. Все очевидно. А там прям надо что-то покрутить, посвистеть там куда-нибудь, там что-то подвигать, подергать, и тогда, короче, может призрак и появится. Но там и, соответственно, уровней больше, и все это очень длиннее. То есть, если это часов на 9, я насчитал, тогда... На свече она будет где-то часов на 20-30. Как-то так. Вот, ладно, что? Давайте будем закругляться. Сейчас еще надо. Потихоньку готовиться к Новому году. Вся херня. Завтра еще тоже немножко поэта. И все. И можно встречать.
и можно отмечать, а потом 1 числа поваляться. 2 уже можно стримить потихонечку. Ну вот я не знаю только что запустить, либо этот как его, либо 7 резик, либо Dark Souls 3. Я знаю. Я вчера, кстати, в Dark Souls этот все-таки кольцо так на дерево запрыгнул, кольцо достал. Это... У меня заняло 40 минут. Повторений, блядь, закреплений. Скакал там как тайгак, чуть тошнить не начало. Потому что запрыгивал на клаву мыши. Так лучше получается. Но все равно кольцо я то самое достал, нужное. Которое маленько побольше душ дропает с каждого моба. Как-то так. Там еще и фармить придется стопудово. Не один мульон душ, как говорится. Ладно, что, будем заканчивать. Время не ждет. Всех ребят с наступающим. Всего самого лучшего. Макс, отдельно тебе спасибо за донат такой щедрый. Прям большое-большое спасибо. Ладно, будем закругляться. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока. Еще раз с наступающим Новым годом. До свидания.